Всем привет, меня зовут Вова, и сегодня я вам расскажу про уникальный, супер крутой сноуборд от самого легендарного Трэвиса Райса. Это доска, которая уже делается не первый год. Это промодель Трэвиса, которая является одной из самых популярных досок компании Liptech, как в продажах, так и в выборе покупателей, потому что, во-первых, все знают видосы Трэвиса, где он пролетает 50-метровые адские пролеты, просто отмахивая там больше косаря градусов, и как бы, ну, он просто король бэккантри фристайла. Экстренное включение. Мы врываемся в зиму с серии обзоров на компанию Mera. В них мы подробно расскажем вам про их технологии, научим отличать прогиб кэмбера от рокера, поможем разобраться в геометрии досок, и вы узнаете, из чего делаются сердечники и как устроены конты. Но это еще не все. Мы готовы разыграть одну из досок фабрики Mera, а именно доску GNU модель Money. Ссылка будет в описании. Это главный приз. А также мы подарим 3 сертификата на скидку в 10 тысяч рублей на любую из новой коллекции фирмы Liptech или GNU. Условия максимально простые. У нас будет 6 видео про доски Mera. Вы их максимально лайкайте, комментите эти видосы, подписывайтесь на наш канал. И когда эти видео в сумме собирают 30 тысяч просмотров, а это стоимость той самой доски, которую мы разыграем, мы рандомно из одного из этих видео выбираем победителя, и он получает заветный приз – новую досочку GNU модель Money. Ну и 3 утешительных приза – сертификаты по 10 тысяч на любую из досок нового сезона Liptech или GNU. Также разыграем рандомно из одного из видосов. Смотрите сквот. Удачи! В этой доске на самом деле запичканы супер крутые технологии. Во-первых, это C2 прогиб, это как бы достаточно жесткий рокер и жесткие кемберы в местах креплений. За счет этого, например, на подъезде к трамплину ты чувствуешь очень крутую стабильность, но приземляя уже в паудер, в пухляк, у тебя за счет рокера очень круто выгибается доска и хорошо всплывает. Вот. В этой доске используется технология Horsepower. Это значит то, что в доске 60% в сердечнике используются осины и 40% павлония. За счет этого доска достаточно крепкая и имеет очень легкий вес. Также, как и во всех досках Liptech, обязательно есть магнитрекшн. Эта технология позволяет вам всегда комфортно себя чувствовать, вне зависимости от кондиции склона. Будь это снег, будь это даже уже такое обледенение, вы всегда будете четко резать дугу, и вас будет меньше сносить, как, например, на досках без этой технологии. На самом деле это крутой сноуборд для тех, кто уже, ну, познакомился, скажем так, с миром сноубординга, попробовал какие-то доски и хочет прям выйти колоссально на новый уровень. И хочет такую универсальную доску, в которую он сможет взять с собой в горы, покататься вне трассы, покататься на трассе, попрыгать с трамплина. Это очень крутой универсальный сноуборд средней жесткости. Это вот прям я рекомендую на самом деле любому человеку, который там, например, покупает уже второй сноуборд в своей жизни, именно эту доску. И обязательно, если вы еще не посмотрели ни одного видео с Трэвисом Райсом, посмотрите.